Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка, Серега, Лисик, Дэн, Плеймаркет, Лаимастер. Пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, братцы. Привет, усики. Привет, омлетики. Карта у нас Gravity Falls, и будем выживать Ахэдкрабов. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. 3, 2, 1, погнали. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, давайте добьем в Дискорде уже 50 тысяч участников. И залетайте обязательно в мой Инстаграм, увидите, как я живу. А! Нам пришли. Ё-моё! Ну, Серега, ну, пожалуйста, ну не бей меня, я тебе дам покушать. Я тебе дам покушать. Давай, выходи, щенок, давай, будем с тобой воевать. Опа-па. Вы в доме, что ли? А, нет, мы на улице возле машины здесь. Будем прыгать сейчас. А Серега не может по мне попасть. Серега, я сразу сказал, что будет сложно, а ты мне не поверил. Да мне пофиг. Вот, давай, огурца вонючего, мочи. Ну. Так, это у нас и Тучка бегает. Мне теперь непривычно, что у Тучки новый скин. Ну, нормально, привыкай. Понял. И Тучка, я тебя вижу. Это тоже видел. А, блин, блин, я думал, ты с той стороны. Сейчас, блин, я знал, что Серега мне захочет убить. Я знал это. Папа, нет, я тут. Дима, помнишь твои слова в самом начале? Я знаю, что ты захочешь меня убить. У тебя не получится, потому что я профессиональный. Да я специально шутил. А я говорил, что лоб будет, да? Да. Да я знал. Ну что, Сережечка, мы тебе... Эй, это мой труп, отдай моего человека. Это мой человек. А, ты теперь можешь тупо за зомби играть? А ты можешь бить за этого зомби? Да. А, надо, значит, тоже кого-то поймать и мочить всех. Так, давайте посмотрим, может, тут кто-то шкерится. У нас же по-любому кто-то есть тут. Нет, удивительно. А может, здесь кто-то ныкается? Так, закроем дверь. Кто-то будет заходить, выходить, я обязательно это услышу. Давай, Серега, мочи, мочи. Нет. Да, обязательно всех. Он залез на меня, он залез на меня. Убил? Мочу. Давай, я как раз ссать хочу. Дима, знаешь что? Отлично, отлично. Плеймаркет тоже теперь у нас. Зомбача. Нас уже трое, Серега. Ты принимаешь всех в семью, да, я вижу? Да, да, самые да. Крепкие остались. Главное, что, Серега, нельзя передавать семью. А кто остался? Ты. А, 3 на 3 поделилось, нас же... А, не, 7, 4 на 3. Дима, хочешь прикол? Хорош, хорош, давай. Ничего. Нет. Ё-моё, уже 4 на 3. 4 хэдкраба и 3 человек. Это что, будет самый быстрый раунд, который может быть за хэдкрабов? Вот, вот, я вижу. И Тучка бежит. Так, 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 сейчас я за ним буду следить. Опа, стоять! Ого, Мизус, вот то, что я упал с высоты, жизни потратились. Ты, конечно, крутой. Я тебя должен убить, ты понимаешь? Так, блин, иди, какашка. А ты до сих пор в моем трупе бегаешь? Да. Мочи лисика, мочи ее. Мария, мы тебя замочим. Так, 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 вот она. Нифига себе, вы бы не хопите жестко. Я иду на разрез. Опа, вот она уже ближе. Ой. Давай, 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 давай. А, Серега, ты ж можешь очень высоко прыгать. Там грибной мир. Ой, да, вот, 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 вот. Ну и Тучечка, ну что ты? Да, ну, я... Блин, да я хочу хоть кого-то убить в этой серии, это же нечестно. Перехочешь. А чё? А то. Вот и двое тут. Дима, я всех убью сейчас. Давай, Серега, ну ты до сих пор, да, бегаешь в оранжевом черепизнике? В твоем трупе. Опа! Давай, Серега, давай. Вот это ты прыгаешь, блин, метров 10 в высоту, наверное. Ух ты, блин, об доску ударился башкой. Он за мной. Ну, давай, Сережа. Что-то сложно, да, Серега? Да. О, я знаю, что мы сейчас сделаем. Очень сложно ловить. Не переживайте. Я сейчас сижу. Я сейчас все исправлю. Это нормально. Кстати, а сколько выживших? Мы теперь тоже не можем прыгать. Ё-моё, я убрал прыжок. Ну ты, блин. Ладно, 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 я пошутил. Спасибо. Ух ты. Ого, это... Дима. Тихо, стой, 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 шучу, шучу, шучу. Ты, я перегнул палку. Ну мы же веселимся, правильно? Ой, есть, его ударил. Я его ударил, Сережечка, есть. 40 хп, блин. Отлично. Отлично. Фу, ты такой невкусный, я тебя не хочу больше кусать, хочу тебя просто замочить. Стоять. Давайте. Лисик здесь и Тучка. Дэн наверху. Дэн наверху? Ну я хоть одного съем. Ребята, вы умираете, но у меня уже палец болит. Давай, давай. Вот Дэн. Дэн, блин, ну Дэн. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, пока, Дима. Стоять.
Не, ну гравитацию, когда сделал поменьше, мы стали далеко прыгать. Это классно, кстати. Ой! Я в своих классных мокасинах от вас отбегаю. Да? Сейчас посмотрим, да. Классно они у тебя или нет. Оп! Блин, еще б чуть-чуть. А, я в яму упал, да? Не, в яму не хочу падать. Давай, Серега! Класс Д! Мы в тебя верим. Ума, я еще б чуть-чуть бы в этучку врезался бы. Да кого? А я разрешал вообще? Да, мы должны тебя убить резко. Так, давайте будем мыслить наперед. А ну иди сюда. Ты кому? Да иди отсюда. Ах ты, блин, смотрите, я хотел им навстречу побежать, не получается. Умные, да, сильно? Нет, смотри, они в дом даже не заходят. Да правильно, потому что в доме тяжелее выживать, кстати. Там ах ты, блин, еще б чуть-чуть, я бы ее укусил. Ну я же когда-то Все, смотрите, включай весь свой навык, пошутили и хватит. Нет, тихо. Смотрите, сейчас она будет бежать вот сюда, мы ее перехватим. Смотрите, смотрите. Ах ты, блин, не просчитал чуть-чуть. Давайте сзади. Дима, я ее доможну. Хорошо, хорошо, давай. Нет. Идучка! Идучка, ну ты в последний момент, блин, вернулся. Ну жопа морская. У меня моя кисть набивается уже прыгать. Ноги не устали, не? У меня есть палец на прыжке. Мне сейчас, да. Так, тяжело их так поймать, надо менять тактику. Что-то так ничего не работает. Вроде нас много. А поймать мы их не можем. Ну прыгай, прыгай. Я тебя подловлю сейчас наперед. И тучка, последние твои слова. Боишься, да? Я просто застопился, я боюсь. Так, а где Дэн? Серега, мочи. Там где Серега? Где Серега? Там где и Дэн. Я понял, спасибо. Спасибо тебе за подсказку. Я ровно на тобой отошел. Ах ты, блин, еще б чуть-чуть. Видишь, как я возле тебя прыгнул? Хорошо. Давайте будем на ход идти. Сейчас по-любому сюда прибежит. Ой-ой-ой-ой. Тучка, твоя удача ко мне, пожалуйста. Хоть чуть-чуть. Так, смотрим. Вот он бежит. Ах ты, блин, ну смотри. В последний момент отворачивается. Ладно, давайте тихонько его поймаем. Тихонько он там ходит. Ты посмотри. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как страшно. А знаешь, что, Дима? Да. А ничего. Ты жопа. Ты меня заинтриговать решил? Ничем? Да. У тебя получилось. Короче, ребята, Серега предложил, чтобы они могли использовать пушки, а я предложил, чтобы они выживали только в здании. Мне кажется, это будет имбово. Поменялся сюжет. Закрываем двери обязательно все на улицу. Ждем их. Вы в здании уже все? Да. Ну да. Все, пушки приготовили? Я тучку чуть не поймал. Опа, вижу, вижу, и стрельбище пошло. Но это им не поможет, да, Серега? Да. А вот тут не... А, блин, думал, может в шторы как-то заныгаться. Ну ладно. Ого, там. Убил? Нет. Есть! Ах ты, блин, нет, в попе шерсть. У тебя, да? Блин, настроение просто отличнейшее. Меня Дэн испугал. Да Дэн, ты что сделал? Все, ждем. Вот это самое проходное. Есть! И тучка слился. А мне Дэн убил. Ну, Дэн, ты чего? Это не в счет, нет, это не в счет. Ну хорошо, давайте, один раз не считается, второй раз будет считаться. А Дэн специально устраняет конкурентов, чтобы он выиграл, понимаете? Он просто дверь не открыл, я его чуть не убил сам. Все, ждем, ребята, сейчас... Дина, пожалуйста, иди, ну дай я поживу спокойную жизнь. Переживает, как все. Ну я сейчас кого-то тут поймаю. Самое проходное место на карте, ждем. У меня со мной трое людей прыгают, а то как понимать? Как ты еще живешь? Знаю, ага, мочите ее, пожалуйста. Вот она, я вижу. Есть! Нет! Отлично! Ну что, Мария слилась. Теперь у нас остался Дэн и Итучка. Посмотрим, кто же из них будет победителем этого ролика. Напишите в комментариях, как вы думаете. О! Такие когтяки прикольные. Дэн на втором этаже, Дэн на втором этаже, Дима. Да, я иду туда. Все, ребята, все на второй этаж. Я Дэна укусил. Дэн! Дэн, я тут. Тихо, у него оружие, я вижу. Надо быть внимательным, чтобы он меня не пристрелил. Ого, он стреляет. Тебя это не... Я убил Дэна, пацаны. А тут еще бах. Отлично, ребята. Ну что, Итучка, ты победитель. Ура, Роблокс. Где Итучка? Нет, он должен теперь продержаться еще 2 минуты. А где он? А я не знаю. Я знаю. Ищите его. Не ходи ко мне, Дэн. Вот он тут.
Ну я так думаю. А, не, вы же тут все обыскали? Нет, ну, хорошо. Ой, это лисика я убью, я думаю, ты это. Ну да. Пойди. Так, закрываем эту дверь. А может, все-таки он тут зашкерился? Нет. Так, у Ютучки очень светлый скин. Мы его должны по-любому увидеть. Правильно? Я знаю. Да. Ты, я же могу ты точно поставить. В доме? Ты точно в доме? Да, в доме, да. Я знаю, где он. Он где-то на первом этаже в каких-то комнатах сидит, сто пудов. Ну, ищите меня. А найдем, не переживай. Прости, пожалуйста. Так, открываем все калитки. А, может... Нет, я думал, на холодильнике сидит. Кстати, тоже хорошая нычка. Может, где-то здесь? А может, где-то здесь? Ютучка, выходи, мы тебя сейчас найдем. Страшно? Ты не в секретке случаем? Да я не знаю, если честно. Но... Не, ну в секретку нет, нельзя, не... нет, там неудобно. Я не в секретке, нет, скорее всего. Дима, а знаешь что? Что? А ничего. Хорошо, хорошо. Я тебя должен лично убить за такие слова неприятные в мой адрес. Ты иди, блин, на улицу. Я уже там, привет. Блин, а его нету нигде, пацаны. Ты где? А может он я там, где комната ихняя? И он там на... Ага, стоп. Дэн, может он здесь? Уйти? Там наверху может? Нет, его нету там. Блин, а мы его найти не можем. Что, тут тысячи я нашел, мест? Я нашел. А, вот он, я его вижу. Открывай резко дверь, я захожу. А я тебе сказал, что я тебя лично убью? Я тебе сказал это? Сказал! А вот я тебя лично и убил! Ну что, ребята? Все, убили его. Но вообще я был на нем уже напрыгнутый. Друга и меня убил, и его убил, всех убил. Ну и Тучка, ты молодец, все равно красиво играл. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Пока! О, боже, залагало!